Настоящий герой, патриот своей страны. Таким был Владимир Кулешин. Выпускник Химкинского лицея погиб в зоне проведения специальной военной операции в 2022 году. Ему едва исполнилось 23 года. В память о его подвиге в лицее открыли парту героя. Давайте встанем на мгновение и в скорби постоим и помолчим. В память о Кулешине Владимире и обо всех тех, кто погиб при исполнении воинского долга, объявляется минута молчания. Парта героя – это стол с фотографией, информацией о фактах биографии. Здесь размещается QR-код для мобильных устройств. Школьник сканирует его и попадает на интернет-энциклопедию, либо на сайт школы, где может узнать больше о герое. О Владимире Кулешине теперь прочтет каждый ученик. Вы знаете, Володя учился у нас здесь с первого класса. Он был разный. Он был и шебутным, и озорным, и, как говорят, озорником таким. Но он был всегда очень ответственным. Вот как говорила Наталья Юрьевна, как классный руководитель, вот он всегда там, где нужна помощь. Мы его всегда будем помнить как человека, который, вы знаете, рубаха парень и всегда готов тебе помочь. На торжественном открытии парты героя школьники, учителя. В центре внимания мама героя СВО – Любовь Кулешина. Без слез она не может вспоминать о сыне. Делится, боль утраты не проходит даже через года. Вспоминая о сыне, рассказывает, что Владимир был очень любознательным, добрым и любил жизнь и свою родину. Выбора пойти или нет защищать свою страну не стояло. На СВО пошел добровольцем. Он ушел 8 апреля 2022 года. 3 недели он проходил собеседование, встречи для того, чтобы пойти. У него как раз подходила военно-учетная специальность. Конечно, как маме мне было очень тяжело принять решение сына, но он был уже взрослым, ответственным человеком. Поэтому здесь я только могла его поддержать в этом решении. Открытие парты героя состоялось в рамках проектов «Историческая память» и «Новая школа Единой России». Память о тех, кто защищал и защищает нашу родину, должна жить. Елена Тараненко, новости Химки ТВ.